парадной форме с чистыми мыслями перед службой дорожно-постовой отстоять службу духовную. Для сотрудников Одинцовского отдела ГИБДД и 10-го батальона спецполка ДПС «Северный» молебен в день Николая Чудотворца уже традиция. Святитель Николай в своей жизни отобразил нам пример веры и кротости. Один из самых почитаемых святых, покровитель всех странствующих на суше и воде. По церковному календарю День святого Николая Угодника отмечается дважды – 19 декабря и 22 мая. Николу Летнего сотрудники ГИБДД считают небесным покровителем всех участников дорожного движения. Но ритм жизни современного человека не позволяет уповать только на Божью милость, напоминают инспекторы. В День святого Николая хотелось бы пожелать всем путникам безопасных дорог, прежде всего, чтобы уважали друг друга, соблюдали правила дорожного движения и всех благ. С этим согласны активисты Всероссийского общества автомобилистов. Они, как госавтоинспекторы, каждый год 22 мая приходят в храм на молебен. Профилактика самая лучшая. И второе – доведение до людей, мы говорим, всех уровней, начиная от детей до взрослых, что дорога – это средство и автомобиль – средство повышенной опасности. Наступила самая активная пора на дорогах Одинцовского округа. Дачный сезон увеличил трафик в несколько раз. Работы у сотрудников госавтоинспекции прибавилось. С новыми силами после службы они вернулись на свои посты. Василиса Ивашкина, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».